христианства. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что означает слово «христианство»? Христианство есть богооткровенная религия, исповедующая единого Бога в трех лицах – Отца, Сына и Святого Духа. Бог есть любовь, свидетельствует апостол Иоанн Богослов. Ради спасения всего мира Бог воплотился, проповедовал, был распят и воскрес из мертвых. Христианство – это ответная любовь человека к Богу, который ради нашего спасения воплотился и стал Бога-человеком Иисусом Христом, показав глубину своей любви вплоть до самопожертвования на кресте и основал церковь, корабль спасения. Но это спасение не дается просто так, каждому, а только по свободному желанию самого человека. Если он, человек, соединяет свое существо и всю свою жизнь со Христом, таинство, во время которого устанавливается эта связь, называется таинством крещения. Таинство, во время которого мы поддерживаем и углубляем эту связь со Христом, называется таинством причащения или таинством Евхаристии. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек знанием. Да храни вас Бог!